Музыка Приволжья прозвучит в Нижнем Новгороде. Это уникальный музыкальный альбом, созданный на основе звуковых колебаний природы Приволжского округа. Звуки, в свою очередь, были преобразованы из значений высот различных географических объектов региона специалистами Роскартографии. Подобное произведение первое в стране. Всего в альбоме 14 композиций. Созданию альбома предшествует экспедиция геодезистов. Отмечается новаторский метод записи с помощью беспилотников. Планеры запускают при помощи катапульты. Рабочая высота аппарата 1000 метров. Кадры местности делаются через каждые 400 метров. Для точности съемки в стране установлена базовая станция. Мы вот приехали на наше полетное поле, откуда будем стартовать. Достали наше оборудование. В этом оборудовании находится в ящике, точнее, наш беспилотный аппарат. Населенные пункты не такие большие, они разрозненные, то есть они разбросаны по всему району. Перелеты составляют порядка 20 километров от точки старта, поэтому у нас объем небольшой, но очень продуктивный.